Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили нападение на людей. Сначала под раздачу попал водитель, ведущий Первого канала. По информации сайта Sports.ru, игроки пинали по машинам. Водитель сделал компании замечание, после чего был избит. Сообщается, что у потерпевшего Виктора Соловьева сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Он находится в реанимации. Через несколько часов игроки «Зенита» и «Краснодара» оказались в кофемании на Никитском бульваре Москвы. По словам свидетелей, казалось, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Там была снята видеозапись драки. Футболистов обвиняют в избиении чиновника Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Пака. Это гремучая смесь, с одной стороны, мания величия, который приводит к эмоциональной тупости, а с другой стороны алкоголя, алкогольного опьянения. Все вместе соединяется, и происходит вот такое неадекватное, высокомерное, агрессивное поведение. По факту двух нападений возбуждены уголовные дела по статье 116 «Побои». Адвокат чиновника намерен добиться переквалификации статьи на хулиганство. Футбольные клубы, в которых состоят игроки, заявили о желании разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым. Также им грозит отстранение от футбольной деятельности. Понятно, что сейчас им имидж их пошатнулся. Понятно, что это скажется на болельщиках, на оценке этих команд. И если они останутся в команде, то количество болельщиков поубавится, это понятно. Поэтому их сокращат и контракты с ними прекратят. Напомним, что это не первый скандал с участием этих игроков. После вылета сборной России с чемпионата Европы 2016 Кокорин и Мамаев были в Монако, где заказали шампанского на 250 тысяч евро, которое выносили под гимн России. Это также вызвало бурное обсуждение в средствах массовой информации. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.